Demek vafat, can tasmininde ölüm sosyalinden yaşayan Müslümanlığı aldı da Rasulullah bize nara haykıran okusundu bilgi yakın kıran. Şerefli, dereceli, ulu ruhlar var, canlar var, şerefsiz bulan, derecesiz bulan ruh var. Şimdi kişilerin ruhu iki türlü, iki türlü olur. Peygamber işçilerin ruhları şerefli, души пророка посланника это почетные души, а также души мусульман, богобоязненных, искренних мусульман тоже почетные. Когда почет, да, когда вот смотрите, богобоязненные мусульмане умирают, 500 ангелов милости, малайка это рахма, они с собой принесут саван, кафан, кафан, саван из рана. Джаннаттан, ну, афилерака, кафан, 200 рахмат. Ангел, который забирает душу, он легко забирает и сразу отдаст рукам этих ангелов милости, которые спустились из небес, количество их 500, ангелов милости. Они быстро возьмут эту душу, богобоязненного мусульманина, заворачивают саван и поднимутся туда, на место. Некоторые мусульмане, они умирают, у них на лице улыбка, это хороший признак. Перед смертью будет показано место, его место в раю. Когда богобоязненный мусульманин умирает, ему будет показано его место в раю. То есть махтаге джаннаттаге урны кушатина. Говоря, это у человека уже все, уже хоть не хочет, уже руки брать. Потому что мы все хотим работать. Аммалы джаннатте интеллект халкинам ясенкина адам. Со слов Муази бин Джабаль, посланник Аллаха сказал, кого у людей, кто из людей, если у него последние слова будут словами «Нет божества, кроме Аллаха, его Мухаммад, Мухаммад его посланник», то это человек войдет. Кемне, яни мусульманны ахырги сөзе, калимей тавсиз боса. «Ла илаха илляллах, Мухаммад Расулллах боса, у мусульман хаттабилер икен» Жаннет демир. Кабыл имамли мусульман вафат еткенде, уни пейшанасы тирдир. Хабрда кимге савал берилмейди. Очень самый интересный момент. Вот это расскажу, ради Аллах, тут бы говорится. Кому два ангела, Мункар и Накир, в могиле вопрос не задали. Кто в могиле не будет спрошен? Я мы перейдем мало. Кем хабрда Мункар и Накир без савалы, да? Хамы. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بتقوى الله العلي العظيم قائلا في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجمعة المباركة تقبل الله تعالى благословенным, баракатным, полезным, чтобы все наши добрые дела, амалу салихат, хорошие дела были одобрены. За каждое доброе дело мы могли получить более 700 вознаграждений. Ради Аллаха напоминаю, ради Аллаха. У нас каждую неделю по пятницам 7-15 минут уроки проводят. Уроки на основе аята Кур'ана и хадиса пророка. Мы начали большую книгу рассматривать. Эта книга называется «Аль-Джами'у ли-Ка'ли Иман». Качество полноценной веры. У веры, у полноценной веры, есть 77 качеств. Yine kâmil imanda 77 katıları,
Biz olanlar demek ki imanda dolu, imanda necaf. İfade var, bizim vize. Сейчас уже мы рассматриваем на второй этап. Что это вера в ангел. Уроки абсолютно ради Аллаха не сложны. Можете лёжа писать, можете жизнь писать, но ради Аллаха ручка и писать. Почему? Потому что выходить на урок к ручке писать это полезно. Один полезный пришёл, сказал, вот посланник Аллаха. Я никак не могу запоминать полезно. Когда посланник Аллаха сказал, ты ста'иль и ямилика, сам себе помоги своим правым рукам. Узинга-узин он колымнан ярдан бил. Узинга-узин он колымнан бубыш. Ярни миллер ишка халифтарны ярдан бал. И сейчас один хадмитесер, они записывают ли от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ассалам халифтарны. Сейчас один хадмитесер, что делают они? Кроме Кур'ана, плюс все Кур'ан и хадис. Demek ki iki kutu sahada hem Kur'an'da hem hadisi yazın barışı. Demek ki dersi diyende Allah rıza olduğu için kutu kalan bir kırıkça bursa, kutu dersler bursa, az vakit yaz vurursa. Bu iş patiridin ona kaşıyorlarsa, белый, вытрем сами красивый. Арабский текст здесь на моем родном языке, там на русском. Очень удобно. Дружба народа. Из пласта одежды. Это первое явление. Второе. Замена фатахтинга мы должны им завивать. Либо минимум мальчика, либо ради Аллаха мальчика. И она больница. Замена Аллаха. Улица Ленина, 6-й дом, 26-я квартира. Она лично мне написала, что у нее коляска была. Человек абсолютно инвалид. Нуждается в помощи. Валлах, я сам очень скучу, когда ей помогаем, у тебя прям неделя работа просто заполнена. Просто нет. Либо она так ради Аллаха истинно молится, и потом осознает, она не только сама нуждается, у нее и мать инвалид, у нее и дочь лежачая. Дочь, если вы увидите, просто вы, вот не можете тоже удержать. Это ребенок, она дочь. Она не может ходить, она полная. И в комнату, в другую комнату, она перебирается полком. Имбаклян, аялдан рамин, имбаклян, имбаклян, бахангам кишин. Аллах разобрался. И так поехал. Это Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, пришлостанки. Мусульманлар я хафирлер был ордан бейшин. Рахманит Аллах, он тоже напоминал, это сунна напоминал. Не только помощь мусульман, не только мадреса. Есть еще более нуждающие. Мусульман хафир. Рахманит Аллах, что сказал? Лау ля сабьянун рудда ру, если бы не в груди кормящихся дети. Ва сабабун хучка ру, если бы не молодые, богобоязненные молодые люди. Посылёхун букка, если бы не искренние пожилые люди, которые со слезами читают намаз, асаббакум Аллаху би азабин хаббан, то наказание Аллаха, оно накрыло бы вас. Аллах на азабы сарки хапла пояли, урак пояли. Агар норасида тави гудаш лиллах баллар гумаганда. Агар ихласли ибадатли яш лиллар гумаганда. Agar taqvoli ixlosi yig'lab namoz o'qilgan qariyalar bo'lganda Allohning azoblari sanki qoplab qo'yardi, o'rab qo'yardi degan haqiqat. Shu qo'rqamiz birodarlar, qo'rqamiz Alloh rizosi. Qo'limizdan kelganicha haftada bir marta ikkita nozironga yo bir rahmimiz, salom alaykum deb qo'ldan kelganicha yozamiz. Не обязательно, я вас никого не обязательно. Я напоминаю. Я напоминаю, Ленина, 6-й дом, 26-я квартира Данила. Тема наша, она небольшая, ради Аллаха постараемся уложиться на эту тему. Она очень полезная. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة ياسين على موتاكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. حديث فصلت صديقك معقل ابن يسار فصلت الله سبحانه وتعالى او مسلمان
вы читаете суру Ясин перед другими умирающими людьми, умирающими. Повторюсь, о мусульмане, читайте суру Ясин перед кем? Перед умирающим другим людьми. Бір мусульман кішісі вафат күте, или үлім сағатлары келген вафат күте. Сол вафат күткен шағында, мәселен сіз Ясин сұрасын оқығыңыз. Сол Ясин сұрасының бәрекәті артындан рухы күйді шығады. Демек, вафат жан тәслімінде, үлім төсегінде жатқан мусульманды алды да, Расулуллах бізге мына хадисті оқығыңыз, Ясин сұрады. Бұл мухаддиса ас-самаани ясиня, называется фазаил сурати ясин. Преимущество суры ясин. Хафиз ас-самаани, ай, соль ясин. Базы алымар айтады, что бұл хамазу ясин. Хатта алымар ясин. Хурбат алымар ясин. Хуттаси алымар. Аллаха Азза ва Джалла ва Джалла. Хафиз ас-самаани. Fakat yaktırak nedir? Fakat yaktırak. Söz yok. Onu da bir şey okuyayım. Fadailu surati yasin. Primuşusra suru yasin. Yasin suratının fazilatları gibi Allah'a hadis sanım var. Ya lüblü hadisi. Kasvı lüblü hadisi. Ya lüblü Kur'an. Kasvı lüblü hadisi. Мы мусульмане, первую очередь, Аллаха обязан любить, пророка Мухаммада обязан любить, потом кого? Коран и хадис. Коран, сунна, это основа хадиса. Коран, без толкования, не бывает хадиса, без объяснений. Коран да бы тафсирлар органамыз, хадислар да бы шарфлар органамыз. Бабам айтты, атам айтты, бибим, апалдадан, дода, дада, йоу. قال الله تعالى قال رسول الله ذي تطلن الله نعم يوري اقرأوا سورة ياسين على موتاكم او مسلماني كتابة سورة ياسين في الباس امرائكم مسلمان اولياتك مسلمان ده عزيزة لما اقول ياسك رسول الله ياسين رسول الله إذا بركاته إذا بوالا سورة ياسين ايكت مسلمان رسول الله Духи тоже делятся на два вида. Арвахи мушарбаса, арвахи хабиса. Почетные духи и мушарбаса. Шарафлы, дарачалы, умы, рухлар бар, жанлар бар, шарафсыз болган, дарачасыз болган, рухлар. Шумас, кишиларны рухы, ике турлар, ике турлар. Пейгамбар, ишиларны рухлары, шарафлы. Души пророка посланника, это почетные души, а также души мусульман, богобоязненных и сильных мусульман тоже окопники. Когда почет, да, когда вот смотрите, богобоязненные мусульманы умирают, 500 ангелов мил, малайка Рахма, они с собой принесут саван, кафан, кафан, саван и храм. Джаннаткан, ну а кинерасу, кафан, 200 рахмата. Ангел, который забирает душу, он легко забирает и сразу отдаст рукам этих ангелов мил, которых купили из небес количество их 500. Ангелов мил. Они быстро возьмут эту душу, богобоязненного мусульманина, заворачивают ставок и поднимутся туда на ноги. Все ангелы. И все почетные души приходят к этому, потому что приятный запах будет исходить. И все скажут, я это душа. Киндеры ходят, халанты, халантыны руха, халантыны, халантыны руха. Ангела, они рабуют, рабуют. Высоко держать душу этого почетного душа. Аллаху Аз-Жалла нас всем рабом. Да, я знаю, что это наша душа, ангелы почетные держали на руках. Чтобы они прямо так радовались и принимались за сидение. Лук Сарату, Аллаху Аз-Жалла, наш сын. Некоторые мусульмане, они умирают, у них на лице улыбка, это хороший кризис. Перед смертью им будет показано место, его место в раю. Когда богобоязненный мусульманин умирает, ему будет показано его место в раю. Это махтаги, джаннаттаги, урмы кушатина.
Говоря, это у человека уже все, уже хочешь, не хочешь, руки в руки. Мы все хотим. Хаммамы жаннатя интеллект халкина ясатина адам. И он увидит эти благоденствия, свое место в раю, вольно, невольно, он заулыбается. Нематларды көргенден кейін он нақылады, табассым қылады. Күлінде хақында табассым қылады. Хамдасы табассым көргенде жан алабилен қарысты жанını алады. Кәлімей сахадасы қамыл имандан. Нимат, нимат. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нима деді? وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو جهل بسيره فصوف معاذ بن جبل فصلك الله سبحانه кого из людей, кто из людей, если у него последние слова будут словами «Нет божества, кроме Аллаха, и его Мухаммад, Мухаммад его посланник», то это слова божества. Кемне, яни мусульманны, ахирки сөзе, калимей таухид боса. «Ла илаха илля Аллах, Мухаммад Расулллах боса, у мусульман хатта билер усин» Жанниттен ли? А если мы мусульмане, еще флиттеты мы будут показывать его место в раю. Он же улыбается, это хороший друг. Что сказал? «Аль-мухмину ямуту би арахин джадиин» со слов Бурайда Кирилайевна. Хадис имам Тирмизи Масса ибн Мазда Кирилайевна. Полноценно верующий, когда умирает, его лох потерял. Камил имамный мусульман вафат еткенде, у них нишанасы тюрлит. Имамы шулы камил мусульман вафат еткенде, она маллайи тюрлит, маллайи тюрлит. Нишана бар, hamda mamlar biz o'zbeklar ham bor hozir demak qomat imonli musulmon vafot etganda insonlarni nimalar ekan sizlar ekan bu hadis bu hadis qabrga kimga savol berilmaydi очень самый интересный момент вот расскажу радиоаллаху подают кому два ангела, Мункар и Накир, в Мадине вопрос не задал. Кто в Мадине не будет спросить? Я на тебя не могу. Тем, Хабрда, Мункар и Накир, Хавалы, да? Хан. Кому два ангела, Мункар и Накир вопрос не задал. Первый, пророк. Второй, посланник. Третий, шахид. والميت زمن الطاعون بغيره إذا كان صابرا مبتسما والصديق فرودي والمسلم حق سوزة جافر حق سوزة حلال دي حلال دي حرام دي حرام دي ادراد من فرودي والشوالي ونهكي دي نيمين ياو نيمين ياو ذاتون أمر Где правда, он говорил правду. Он говорил, вот это харам, по шариату харам, он говорил харам. Это халял, он говорил, это халял. Поняли? Ради денег от халяля харама не делал, и от харама халяля не делал. Ради денег вот так он не делал. Он говорит, нет, это харам. Об этом не согласен. В Коране сказано хадис, это харам. Он боялся. Вот такой правдивый человек, он тоже защищен. Ангелы, Мункар и Накир, его в могиле вопрос не задают. Мункар и Накир, Хавал Бедмин. Мункар, Накир, каждому человеку три вопроса задают. И сейчас Хавал Бедмин. Раббин Кен, Пайгамбарин Кен, Бедмин. Три вопроса, Мункар и Накир, они задают. Это непременно произойдет. Но есть люди, которые защищены от этого, они ушам. والأطفال أتاجر يسير سنالك يجيك يجيك كتورو من الدور يسير سنالك بلا غسل يسمعك قابي فاضل وفتح سنبا بالي غسل يسمعك через половина года по Григориану 15 лет по лунному календарю они не достигли этого совершенства. Три годика, пять лет было, шесть лет, в таком детском раннем возрасте они умерли. Они тоже защищены. Ангелы и эти вопросы не задавали. والميت يوم الجمعة أو ليلتها
мусульманин, который умер, с четверга на пятницу. Пайшамба автомобиль. Пайшамба автомобиль. Алло? Аммам? Что мы так хотим? Так как вы, да? Аммам даже, ай, бамбы, кипи, ахбар, игламан, йонзу. Хайву, вот он, азда, вот он, аббалан, да. Азид ученый говорит, вальмайету явмаль джума'ат. Ау лейлатиха. Мусульманин, который умер, все четверга на пятницу. Пайшамбыдан джума'га утар кичасы, мусульманда вафат етса, мунтар ва накир унда хавал джума'ат. Ва ангел, гуру, мазили, вопрос, три вопроса, визадан. То же самое, мусульманин, чечене, в пятницу, Рузи джума'а, джума'асын вафат етса, ему тоже два ангела, три вопроса, не задают. Это хорошо, и сторону, не والقارئ كل ليلة تبارك الملك مسلمان كاذب نوت كتايت بيجن تونو ريبو لارنا سيستماتيك سورة تبارك بكر هر سندة تبارك سورة قال بالمسلم مسلم يجان مسلم يجتبه لها حديثة أطلان الله أكبر إن في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك. В Коране есть сура, которая состоит из 30 аятов. Эти аяты будут просить у Аллаха прощения за свое счастье. Посланник Аллаха сказал, это сура Табара. В Коране 30 аята и говорят, сура бар. У сура уже указан мусульман, на суриде, сахар суриде, фар суриде. Бу Табара сура. Посланник Аллаха сказал, сура Табара. Защищает мусульманина. И как защищает? Становится причиной. А то неправильно поймет, что «Ой, силу да уходи! Аллах же защищает! Хай силу может защищать!» То есть это то, что он съест, что ты не был. Баха только съест. Нам съест, я падан гетат, я басмат. Нет! Аллах защищает сура, который становится причиной. Чтобы этот чтец защитился от Мадимова Мусульмана. Qabr azobidan saqlanishda Taborat surasini doimo o'qiyish nima bo'lar ekan? Sabab. Sabab. Qoldirmas kerak birodar. Bu kunda. Hozircha kim ayta oladi? Mansub bu Taborat surasini qoldirmayman. Kim? Kim voqea surasini o'qiydi? Kim yoqing surasini o'qiydi? Lekin ikkita oldin telefon qarab o'tamiz. Телефоныңа қара, лекі мәне ясынды оқы, табаразды оқы, вақияны оқы. Есть сура, которая посланник Аллаха перешлен читал. Сура Табарат, посланник Аллаха читал. Сура Саджда, посланник Аллаха читал. Он не пропускал. Посланник Аллаха читал. Пайғамбарын оқы. Во время намаза или после? Нет, перешлен. Один. والقارئ في مرض موته قل هو الله أحد. Болеющий мусульман, который во время болезни очень много раз читал сура قل هو الله أحد. Итак, кирлеган мусульман, кир вакытында Ихлас сурасын кабат-кабат оқыған, кабат-кабат оқыған. قل هو الله أحد деп кабат-кабат оқыған. Қанда вафат еткен. Среди сподвижников есть, которые они всегда читали сура Ихлас. Джабраил алейхиссалам, пророк Мухаммаду, Юбди Табук сказал, умер твой такой-то такой сподвижник. И сказал, хочешь, чтобы за него джаназа намаз прочитал? Посланник Аллаха сказал, да, и за него джаназа намаз прочитал. Так посланник Аллаха стал имамом в качестве джаназа намаз. Сзади Джибраил алейхиссалам и два ряда по 70 тысяч ангелов стоят. Два ряда по 70 тысяч. И все состоят в хариште. После джаназа намаза посланник Аллаха спросил, о Джибриил, по какой причине? Ки сабаб? Нима сабаб блям, нили сабаб блям. Джибраил алейхиссалам сказал, этот сподвижник любил читать суру Ихлас. Когда он ходил, когда он сидел. Когда утро, когда ночь. Любое свободное время он стал.
Hayatını hemme vaktinde, hemme boş vaktinde ne yapı gereken? İhlas Suresini okuyun. Ya gavari var kursa biz boğaz. Kolumuzdan kim gelmezsin? Kolumuzdan kim gelmezsin? Bu bırakırken hadislerini okuyun. Hem de dereceli hadisler. Onun derecesi zor. Bizde bu ay itoğu zor bulur. Şunga, hatta bir İhlas Suresini künüge istatı okup duran var. Bir dakika okumcular var. Buldursak, yasin turasın, ilteli küçlü, tebarek, yukudan ilik, secde, yukudan ilik. Neyse ki mi inşallah bu cihaz. Barakallahu fikum, sallallahu ileykum ve cezakumullah.